IT на воде. Сегодня состоялось открытие ежегодной конференции, посвященной информационным технологиям на одной волне. Порядка 200 участников из разных регионов России на протяжении 3 дней будут делиться опытом, выступать с докладами, а также обсуждать развитие и сотрудничество в индустрии. По традиции конференция пройдет на теплоходе. Он пойдет по Волге с Самары до Казани. На этот раз гостей принял Семен Буденный. С каждым годом количество специалистов, готовых рассказать о своих разработках и решениях, растет. В этот раз главную тему обозначили как курс на цифровую трансформацию. Уникальная площадка для совместных идей возобновилась благодаря поддержке правительства Самарской области. Самое главное – это новые контакты, новые знакомства, посмотреть, чем живет IT-отрасль в Самаре. Я буду рассказывать про наши новые решения, каким образом происходит сканирование в эпоху цифровой трансформации. Для Самары это великолепная возможность показать свои проекты, свои достижения, в том числе узнать об опыте других регионов, других вендоров, других интеграторов. Мы очень активно используем этот опыт для того, чтобы спланировать следующий год.